Закончился первый раунд. Красным углом отдыхает мастер спорта международного класса Алексей Альферов. Республика Беларусь. 2000 года рождения, боксом занимается 15 лет. Он провел 140 боев, в 130 одержал победу. Финалист чемпионата мира 2021 года в городе Белград. Тренируется под руководством тренеров Демушкина и Алексея Волчана. В данном соревновании подготовил Алексей Волчан. Just
Закончился второй раунд. В самом углу отдыхает мастер спорта Илья Киселев, Республика Казахстан. 2002 года рождения, боксом занимается 7 лет. Счет боям не ведет. Тренируется под руководством тренеров Нуржана Каримжанова и Талгата Ирсултанова. К данным соревнованиям готовил Нуржан Каримжанов. Final round. Winner by unanimous decision of the